лет у тебя есть шанс показать, на что ты способен. Белла и Зендая из танцевальной лихорадки специально записали это видеопослание, чтобы поддержать наших конкурсантов. Кстати, многие звезды кино и шоу-бизнеса когда-то принимали участие в разнообразных конкурсах. А сегодня они обращаются со словами поддержки к будущим звездам. Дорогие друзья, если вам хочется петь, пойте. Потому что у вас поет душа. Не думайте о том, чтобы понравиться кому-то. Получайте удовольствие от того, что вы делаете. Дорогие участники конкурса, главное не бояться, главное расслабиться. Ни в коем случае не сомневаться в своих силах, верить в себя. Думать не о том, как ты поешь, а думать, о чем ты поешь. Тогда все получится очень здорово. Хоть и говорят, главное это не победа, а участие. Ребята, победа вам. Удачи вам. Друзья, не останавливайтесь на достигнутом. Зовите голосовать за свое видео друзей, родственников и знакомых. Как это уже делают участники нашего конкурса. Тети и дяди, не съехали ради. Зачем вы нас тете старались? Мы так креативны. Вы поверьте, нас знали. Вот так никогда. Ни за что не поймали. Научимся как пули. Стремительно быстро. Этот фар как маяк, как колесные искры. Вас так беспокоит, как знать едва ли. Ну а теперь внимание на экран и на 10-го финалиста конкурса «Звезда канала Дисней». Несмотря на то, что Георгию Бочаришвили всего 10 лет, он ярко и эмоционально исполняет лирическую песню «Осколки льда». Возможно, потому что у него поет душа. Георгий получает удовольствие от того, что делает, верит в себя, думает, о чем поет и мечтает победить. Собственно, действует так, как рекомендовали наши звездные эксперты, и становится лидером 10-й недели зрительского голосования. Дорогие конкурсанты, после такой активной звездной поддержки вам стоит как минимум удесятерить свои усилия в конкурсном соревновании. Хотя бы потому, что в команде финалистов осталось всего 2 свободных места. А кто знает, может быть, именно ты можешь стать новой звездой канала Дисней. Удачи всем! Узнаете Ферби? Благодаря необычному ролику он стал звездой галереи и ведущим своего блога Ферби Стар, где он показывает ярких участников и выбирает победителей недели. Сегодня это Лиза из города Черноголовка. Лиза получает от Ферби приз – классную футболку. Я очень надеюсь, что я увижу это интервью, потому что каждое утро у нас начинается канал Дисней.